По рукам непонятно, спрашивайте. На запястье вот здесь, что на запястье? Браслет зажимает, да, постоянно? Когда настраиваешься, дайте микрофон. У некоторых людей просто болит рука, да, какая-то. Они никуда ничего не вспоминали, просто болит. Допустим, у мужика болит левая, он все, у меня плохая семейная карма. У тебя рука просто болит, ее надо вылечить. Причем-то карма. Но мы говорим о том, что ничего не болит, все нормально, настроилось как бы. Ты настроился, и тогда пошла вот эта вот штука вся. Да, не физическое ощущение, а как бы вот вы... А что, какое событие-то вы, на какое событие настроились? У меня отношения с дочерью не очень хорошие. С дочерью, так, смотри, как с дочерью зовут? Маша. Маша. Ага, и где, на какой руке? На левой руке, вот как будто такое... На левой руке. Браслет на левой руке, жесткий, Маша. Ну, это хорошо, на левой, значит, есть трудность в отношениях, значит, есть блок какой-то в отношениях. Вам трудно понять друг друга, да? Блок – это запястье, означает блок, вот эта вот зона. Не проходит энергии. Пальцы – это жизнь человека. А запястье – это подсознание. Ну, то есть, из подсознания не проходит энергия, и вы как бы не можете достучаться друг до друга, да, с Машей? Так? Эмоционально трудно друг друга переваривать. Ну вот, это что? Что это? Что? Это что? Я работаю. Правильно! Я просто объем работы помолилась и начала переваривать. Примерно 2,5 месяца молитвы по часу в день. Ну, я так оцениваю объем этой работы. Все. По рукам. Вы же хотели по рукам спрашивать? Подсознательный блок, да. Когда на пальцах, это уже сознательный блок. Особенно снаружи вот пальчики зажимает. Это значит, просто снаружи идет воздействие, но оно не пробивает вашу судьбу. Если до середины, значит пробивает. А если полностью пальцы, значит вам надо уже усилия прилагать, чтобы победить. Если пальцы не полные, у вас пробивает судьбу, но усилий не надо прилагать. Вам неприятно, но все будет хорошо. А если полностью пальцы, значит... А у него вот, у него там до кисти не дошло. Это значит, что... Ну, как бы уже надо молиться. Значит, как бы могут быть неприятности. Надо молиться. И у вас страх, вы вспоминаете страх в сердце. Означает объем работы. Помолился, убрал все это. Вот так человек должен жить. Побеждать просто судьбу и все. Где-то, я думаю, месяца 4,5 молитвы по часу, день, и все. Тепло пойдет. Все, дальше живешь. Можно вспомнить отца, мать, детей, будущее родины там. Ну, все что угодно, вспоминай и молись, пробивай судьбу. Очищай свое сердце. Смотри по рукам, по сердцу. Может сердце быть беспокойным. Но оно всегда уйдет куда-то или вправо, или влево. Если у мужчины вправо ушло, все нормально, значит. Справлюсь я, судьба справляется. Мужчины влево ушло, не справляется судьба. У женщины вправо ушло, не справляется судьба. Влево у женщины ушло из сердца. Справляется судьба. Ушло означает, моя память пошла в ту сторону. Понимаете? Память, это память. Судьба действует через память. Что-то мне показалось там. Мне показалось. Не то, что я прямо энергию чувствую. Что-то показалось туда пошло. Это память. Через память все идет. Ну, у вас что? Сам просто не имеет. Да. Это просто болезнь. Это спазмы. Вы же ни о чем не помните в это время. Просто он сам не имеет. Болезнь. Это болезнь. Спазм сосудов. Нужно движение. Двигаться надо больше.